Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Анастасия. Как я мечтал к вам попасть. Пойдем. Как ваши дела? Все отлично, вы как? Отлично. Так, у нас с вами чистое бритье, да? Чистое бритье, опасное бритье. Угу. Все, как я люблю. Смотрите, тогда мы сейчас все уберем триммером, почистим немного шевером для более чистого бритья и перейдем на опасную. Анастасия, вам говорили, что вы похожи на Мэрилин Монро? Я же видела 3 раза. Голливудская звезда. Шутка про зарплату, как в Голливуде принимается. Yeah.
максимально отрывать. Не обжигает? Полотенчиком. Ну да. Жидковато получилось.
Ой, извините. Thank you.
Жирнее, увлажняет кожу от раздражения, поэтому впитается именно через 15-20. А носик я бы дернула. Лежать. Ну, нужно будет еще, наверное, минут 7 подождать, пока воскоплав разогреется. Волосы просто прям носите? Да, они не причёсывают. Thank you.
Мы двигаемся дальше. Глубоко лезть не буду, просто то, что торчит. Не горячо? Mm-hmm. Нормально? Mm-hmm. Живо? Дышим, дышим, дышим. Ну тут с первого раза. Вторую делаем или так оставим? Делаем. Что с одной... Не горячо? Нормально? Угу. Через рот выдыхаем. Вы не Мэрилин Монро, вы Вупи Голдберг. Приходите еще на вышку.